Здравствуйте, дорогие друзья! Вы находитесь на канале Russian Sew. С вами Марина. Я веду свои съемки из окна своей спальни. И сейчас вы видите крышу террасы, на которой лежит полметра снега. Полуметровый слой, уже слежавшегося плотного. И вот там мой муж режет снег лопатой и сбрасывает его с крыши. Вы слышите звук. Снег идет. Видите, сегодня снегопад. Такие красивые большие хлопья. И вот такой вот у нас снег лежит на террасе. Вот уже часть чуть-чуть крыши почищена. И вот там сбрасывается, видите? Сбрасывается снег. Вес тут, наверное, несколько тонн, да, Андрей? Снега. Как ты считаешь? Не слышит, работает. У соседей на крышах тоже везде, видите, снег лежит. Ну, у них вот на доме напротив там маленькая терраска, маленькая крыша. У нас крыша большая, больше 20 квадратов. И вот такой сугроб на ней. Вот это все сейчас нужно скинуть вниз. А потом еще спуститься в сад и почистить дорожку от этого сброшенного с террасы снега. Ну, иначе никак. Вот эти вот рутинные, ежегодные, хотя бы раз за зиму работы. Ну, в прошлом году, по-моему, два раза чистила крышу. Может, и в этом придется дважды, еще перед весной. Чтобы сходящая лавина снега с крыши не сорвала нам эти водосливы, трубы водосточные. Но трубы все равно мы поправляли, все равно их и искорежило вот этой вот сходящими ломтями снега. Несмотря на то, что мы чистили. Ну, не мы, муж чистит. Вот такой вот сугроб нам приходится счищать. Ну, как всегда, у нас музыка, соседская собачка, Джек Рассел. Озвучиваем. Жизнь деревни. Ну, вот так вот. Деревенские работы. Ну, в частном доме всегда есть чем заняться. Это не квартира. Видите, снег какой жесткий слежался. Приходится прямо лопатой подрезать. Такие большие комья сбрасывать. Терраса. С крыши. Ну все, я замерзла. Спасибо, что чистили снег. Ну потом, может, покажу, что в итоге получится. Вот такая у нас сегодня задача. Чистка снега. И никуда не денешься. Всего доброго. Пусть и у вас будет много в жизни приятных, интересных занятий.